Пушку, я думаю, можно повеселее поставить. Отличные реакторы от Дениса. Вот это переход, какого я еще сегодня не видел. Дальше тренировки. Очень долго тренировались эти спортсмены. 3-2-1. Еще один красивый переход от Дениса из аперов в ситинги. Такая реально интересная чеканка была. И опять переход на голову задержал. Итак, 3-2-1. Переход.